Несколько сотен немецких полицейских провели в четверг обыски по всей Германии. Они были направлены против исламского центра Гамбурга и еще 5 организаций, подозреваемых в поддержке шиитского движения «Хезболлах», запрещенного ФРГ с 2020 года. Недавно из Германии был выслан ее вице-председатель. Unsere Sicherheitsbehörden ermitteln gegen das Islamische Zentrum Hamburg und mehrere mögliche Teilorganisationen. Wir gehen dem Verdacht nach, dass diese Organisationen sich gegen unsere Verfassungsordnung richten. Außerdem wird geprüft, ob die libanesische Terrororganisation Hezbollah von hier aus unterstützt wird. Обыски прошли на 54 объектах в 7 регионах Германии. По данным МВД, исламский центр Гамбурга распространял революционную концепцию иранского режима, которая предположительно противоречит конституционному строю Германии.